Всем здравствуйте, с вами Селиванс Екатерина. Смотрите, ваш товарооборот в рублях. У вас кто-то что-то покупает, да? Здесь какая-то сумма рублей, 100 тысяч рублей, 20 тысяч рублей у вас сделали покупок, да? Компания вам платит 23%. Если вы лично побегали, продали, вы получили прибыль 20-26%. Лично прибыль сразу положили в карман, что-то продали, да? Ну, сколько вы можете так бегать? У вас, допустим, несколько покупателей, и пусть они делают большие заказы. Но это единоразово, это не пассивный доход. Если вы вышли на уровень еще директора, вам еще дополнительно платят 23%, да? Это ваша зарплата. Но если вы бегаете с продажами одними, вы много здесь не заработаете. Это вечная работа, вечно надо продавать. Если вы строите команду, под вами люди начинают работать. Вот есть продукт, вы получаете 23%, ваша команда получает какой-то процент. Здесь идет себестоимость продукта. Да? Дальше. Вот мы. Это вы. Вы пригласили каких-то людей, они сами делают заказы, не продажи. Вы их просто зарегистрировали, они могут быть в другом городе, они сами делают заказы, вы с них получаете какой-то процент. Видео по маркетингу я это рассказывала. Но под вами этот человек начал вдруг работать и регистрировать людей. Он привел там разных людей, хоть так он строит, хоть так, хоть вот так. Он начал работать. Не вы привели этих людей. Вот этот человек работал, он привел много людей, сделал вам большой товарооборот. Пусть 300 тысяч рублей. Вы с него получите очень хорошую зарплату, какую смотрите по видеомаркетингу. Да? То есть вы здесь отдали тоже часть, поделились зарплатой, но это не значит, что у вас убавилось. У вас же наоборот прибавилось. Вам просто так вот 40 тысяч рублей, да, грубо говоря, и он получит часть, и вы, чем вы раньше получали с его заказов, вот на 50 баллов вы на 23%, допустим. Он сделал 50 баллов, вам с него начислилось 690 рублей. Вот. Этот сделал 50 баллов, вам с него 690 рублей, этот вам с него 690. Но этот друг начал работать, сделал товарооборот, еще 300 тысяч рублей. Ваша зарплата ведь уже не 690 рублей, сколько здесь баллов? 3000 баллов, допустим, 2000 баллов. 22 тысячи ваша зарплата, да? Но если вот человек здесь отдал какой-то процент, то есть вы отдаете от зарплаты какую-то маленькую часть, но у вас прибавляется еще больше. Не надо бояться, что вот вы один работали или у вас несколько человек работало, да? А этот начал уже самостоятельно работать. Это и есть пассивный доход. То есть вы уехали вообще. Вот эти люди себе продолжают делать покупки, а этот начал работать. Вы вообще ничего не делаете, а он создал огромный товарооборот, вы с него получите процент. Ну и так далее, если вдруг этот начал работать. Вы из этой ветки можете получить 20-30 тысяч. А если вдруг еще и этот начнет работать, если вы ему правильно все объясните, или сам он может в интернете прочитает. Поэтому мы, конечно, получаем 23% сначала, но когда здесь вырос директор какой-то, допустим, здесь стал директор, он делает 3000 баллов или больше, вы уже с него начинаете получать 5%. Но это пассивный доход, это не вы его сделали, товарооборот, и просто так вам начисляется 5%. А если эта ветка уже у него выросла, такая огромная стала, там 10 миллионов товарооборот стал, 5% от этой суммы, это очень огромная сумма на самом деле. Поэтому не надо тут жалеть, что якобы мы что-то, какую-то часть зарплаты передали, но ее не передали, это у нас пассивный доход растет. Люди под нами работают, вы их учите работать. Ставьте лайк.